Нет погоды над Диксоном, есть метель, ветер есть и снег, а погоды нет. Нет погоды над Диксоном третий день подряд мы встречаем рассвет, не в полете, который нам по душе, не у солнца, слепящего яростно, а в гостинице на втором этаже. Надоевший, осточерневший уже, там, где койки стоят в два яруса, там, где тихий бортштурман Лёша снисходительно, полулёжа, на гитаре играет, глядя в окно, вальс задумчивый, домино, там, где бродят летчики по этажу, там, где я тебе это письмо пишу, там, где без рассуждений почти с утра, за три дня, наверное, в десятый раз начинается северная игра, преферанс, там, где дни друг на друга похожи, там, где нам ни о чем не спорится. Ждем погоды мы, ждем в прихожей северного полюса. Третий день погоды над Диксоном нет. Третий день, а кажется, 20 лет, будто нам эта жизнь 20 лет подстать. 20 лет, как забыли мы слово летать. И обидно, и некого вроде винить. Телефон в коридоре опять звонит. Вновь синоптики, самым святым клянясь, обещают на завтра вылет для нас. И опять, как в насмешку, приходит с утра завтра, слишком похожее на вчера. Улететь — дело очень нелегкое, потому что погода нелетная. Самолеты охране поручены, самолеты к земле прикручены, будто очень опасные звери они, будто вышли уже из доверия они, будто могут плюнуть они на людей, вздрогнуть, воздух наполнить свистом и туда сквозь тучи. Над Диксоном третий день погоды нет, третий день. Рисковать приказами запрещено. Тихий штурман Лёша глядит в окно, тихий штурман наигрывает домино. Улететь нельзя все равно, ни намеренно, ни случайно, ни начальником, ни отчаянным, никому.